Вашингтон зашел в тупик в поисках решения сирийского вопроса. Теперь администрация Барака Обамы хочет пересмотреть взятый Соединенными Штатами курс. Немецкий журнал «Шпигель» утверждает, что в Вашингтоне боятся утратить лидерство, потому опасаются выступления Владимира Путина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В итоге США идут на то, что еще несколько недель назад невозможно было даже себе представить, договариваются с Россией на дипломатическом и военном уровнях. По мнению журналистов «Шпигеля», это означает, что Белый дом наконец-таки осознал, что войну в Сирии не остановить без помощи Москвы. Все сходятся в одном. Планы нанесения авиаударов по позициям группировки ИГИЛ и обучения сирийской оппозиции провалились. Владимир Путин выступит на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября, совсем скоро.